Друзья, всех вас приветствую. Сегодня мы с вами начинаем новый челлендж, где будем ставить, как я уже говорил до этого, на статистику. То есть принцип будет такой же, как и с коэффициентами 3+. В течение всей недели я буду ежедневно давать ставочки. Моя цель — выйти по итогам недели в плюс. Если же я этого сделать не смогу, то каждый из вас может получить эксклюзивный подгон в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Что ж, друзья, не будем с вами тянуть время, перейдем сразу же к матчу. Выбрала я матч национальной хоккейной лиги, где встречаются между собой Монреаль и Торонто. Среди всех вариантов мне больше всего понравилась статистика первого периода по броскам в створ. Но перед тем, как мы перейдем к делу, хочу, ребята, сразу отметить то, что ставки на статистику есть далеко не во всех букмекерских конторах. Но однозначно все те ставки, которые даю я, есть в букмекерской конторе MLB. Ссылка на нее будет в закрепленном комментарии. Также по промокоду, который сейчас видите на экране, можете получить удвоение первого депозита. Теперь же перейдем к делу. Что касаемо именно бросков в створ в первом периоде, здесь я вижу то, что довольно стабильно команды показывают хорошие результаты, и сейчас мы с вами в этом как раз таки убедимся. В 10 последних матчах с участием Монреаля в первом периоде бросалось почти 22 броска в створ. Тот же показатель дистанции уже в 20 матчей, у них 22,4. Что же касаемо их оппонента, то есть команды Торонто, то здесь также мы видим высокие показатели. В матчах с их участием за 10 последних матчей в среднем бросалось в первом периоде 23,5 броска в створ. Если же смотреть дистанцию уже в 20 матчей, то там мы также видим высокий результат, чуть больше 22 бросков. По итогу мы с вами видим, что обе команды в среднем показывают результат в 22 броска в створ. Если же мы с вами посмотрим на то, что нам предлагает букмекерская контора MLB, то можем заметить, что там мы с вами можем заиграть такую ставку, как тотал первого периода по броскам в створ больше 19,5. И данная ставка нам идеально подходит. Что ж, ребята, вот такой получился прогноз. От вас жду максимальную активность под этим видео. Палец вверх, подписка, колокольчик. Также пишите в комментариях, понравился ли вам этот прогноз и как вы считаете, зайдет данная ставка или нет. С вами же был Артур Романов. Я желаю всем удачи и всем пока.